важно. Даша сделала мне очень вкусный кофе, это был малиновый раф. На днях я решила покрасить мои волосы голубым красителем из Японии, который я приобретала 4 года назад. Мои волосы превратились в полный отстой, потому что укладка теперь не держится. Если бы вы могли их потрогать, вы бы офигели, потому что теперь это не похоже на волосы, это отдельная структура. Максимум, что я смогла сделать, это вот эти вот жалкие 3 пряди. Обычно моя укладка выглядит иначе. Видео про Doja Cat. А вот и видео про косметику Doja Cat. Всем хай! Всем привет, ритуль девчули! Сегодня, спустя почти целый год, я таки решила снять видео с обзором на косметику Doja Cat. Она здесь. И нет, это пакетик из цветного, но косметика там и Doja Cat. Реально, прошел год, потому что мне Лиса подарила эти кисти в январе. У меня очень много вопросов. Интересно, Doja Cat ими пользовалась? В плане, она их тестировала, эти кисти? Я тестировала. Так. На лице. Тебе понравилось? Да. Для начала давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Так. Я буду раскладывать. А что с упаковкой? Но чисто теоретически она, конечно, могла бы быть и побитой, потому что она лежала реально целый год. И да. И как видишь, это реально косметика Doja Cat. Я на самом деле очень люблю Doja Cat, мы с ней сестры. По мне видно. Да. А что с упаковкой? Она заклеена, Лиз. Она заклеена, Лиз. Настолько ей не понравилась косметика Doja Cat, что она принесла нож. Вау, так это как кисти. Выглядит очень круто. Это патчи. Не люблю патчи. Сиреневые. Хорошенькие. Ставлю оценку патчам. Упаковка красивая. Патчи не нужны. Зачем купила, все еще не знаю. Ну, просто чтобы на них посмотреть, какие они. А ты все купила вообще, да? Не, не все. Все, что было в магазине. Возможно, вы спросите, а какой смысл доставать вещь и не показывать ее действие? Дело в том, что эти патчи попросила у меня подруга, которая реально любит патчи. Я по патчам вообще не загоняюсь, я их крайне редко использую, поэтому, ну, я решила, что открыть норм, а вот пользоваться патчами, которые предназначаются для другого человека, не норм. Но если вас интересует ее мнение, она сказала, что патчи никакие, поэтому в целом ничего интересного. Woman, let me be a woman. Woman, woman, woman. Итак, давайте все достанем для начала. Палеточка, палеточка. Какая-то штука. Какая-то штука. А тональников у нее не было. Блин, по-моему, он был, но в магазине не было. А может, вообще в целом не было, потому что я у других блогеров тоже не видела. Зато там было какое-то звездное молочко. Вау. Будет очень сочно. Много всего. Я взяла с собой линзы и забыла их надеть. Я надеваю линзы. А это еще одни кисти? А это мое. Я подарила тебе кисти себя. Ты пока расскажи про эти кисти, пока я буду надевать линзы. На самом деле, кисти я использую, у меня их очень много. Я, по-моему, всеми пользуюсь почти. Ну, на самом деле, у них ворс такой же, как с Алиэкспресса. Ну, вот честно. Doja Cat, блин, ну как так-то? Только лайк за форму, необычную. Ну, форма такая интересная. Она правда очень интересная. Как думаешь, чем она вдохновлялась при создании формы? БДСМ. Doja Cat любит БДСМ? Я уверена. Почему? Я ж люблю. Ребятки, сегодня мы поговорим с вами о том, как сэкономить кучу денег, потратив на это примерно 1 минуту. Вернулась с шопинга. Настолько вернулась с шопинга, что даже забыла ценники оторвать от моих ботинок новых. Короче говоря, как сэкономить кучу денег раз и навсегда, потратив на это примерно 1 минуту. Согласитесь, что это интригует. Мы все знаем, что из мелочей организовывается крупная сумма. Там, не знаю, оплатили за парковку, оплатили приложение, обслужили какую-то карту, с которой мы платим. Но сегодня я расскажу вам, как навсегда избавиться от последнего и сэкономить кучу денег. Подробно тратить на сэкономленные деньги может быть второй на что-то другое. Ну, например, на кучу косметики. Сейчас Тинькофф проводит классную акцию. Вечное бесплатное обслуживание при оформлении дебетовой карты Тинькофф Блэк. Вы знаете, постоянное расходное обслуживание карты на самом деле дико раздражает. А тут один раз кое-что сделал и навсегда избавился от этих ненужных трат. И больше никогда за это не платишь. Я сама оформила такую карту, и теперь ее обслуживание для меня совершенно бесплатное. Это у нас дебетовая карта с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток. Тинькофф Блэк в новом лимитированном дизайне. Эта безумно красивая карта помогает зарабатывать рубли с каждой покупки. И знаете почему? А вот почему. Во-первых, кэшбэк на 30% в покупку партнеров, и список актуальных предложений постоянно обновляется. Во-вторых, постоянный кэшбэк 15% в 4 категориях трат. Ну а их можно выбирать каждый раз разные, один раз в месяц. Кэшбэк приходит настоящими рублями, как я уже вам немножечко заспойлерила, а не бонусами. Доход на остаток по карте до 7% годовых. Бесплатное снятие наличных в любом банкомате.
Бесплатные переводы с карты на карту по номеру телефона. И очень-очень удобное приложение «Мобильный банк». Кого это пункт там уже получается? Ах, да, неважно, но бесплатная доставка по всей России. Ребяточки, предложение ограничено, поэтому скорее переходите по ссылке и ознакомьтесь со всеми условиями лично. Перейдите по ссылке, не тратьте время, сохраняйте деньги. Нифига. Ну вообще, цвета тут максимально обычные, то есть прям нет такого, что вау, вот это оттенок. Так, опять закрыто. Кстати, очень хорошая упаковка, она прям вот такая, в обертке. Серые оттенки, кстати. Нравится. Может, тебе? Что-то серый. Нет, тебе больше серый подойдет. Я не люблю серые тени, мне кажется, я не умею ими красить, потому что все время выглядит как черт. Я как-то делала серый макияж, и мне понравилось. О, вот это для меня! Золото. Мы с тобой, вот ты будешь серебро, а я золото. В тот раз мы с тобой были, да, мы с тату, сегодня мы сплавы, я так понимаю. Да. Ты золотой, я серебряный, ну что ж. А тут все шиммерные, да? Да. Вау. И, кстати говоря, знаешь такой фан-факт? Палетка теней стоила, по-моему, насколько я помню, 36 евро. А вот эта вот хрень стоила 14 евро, при том, что здесь всего 4 цвета, а в палетке теней как бы 36 оттенков. И тут такая тема, что а-ля одна тень за 1 доллар. При этом по размеру они абсолютно одинаковые. Видите? Нифига себе. Я, как уже говорю, я вообще не фанат серых оттенков, но посмотрим. Ладно. Ладно, в жизни, ребята, это лучше смотрится, чем на камере. Писос. Но вот этот не очень. Офигенный. Вот этот вообще очень классный. Ладно, они хорошие, правда. Doja Cat, кажется, постаралась. Кажется, будет одно из немногих видео, где я не обсираю звездную косметику, потому что обычно она говно. Давай посмотрим еще, что есть. Короче, здесь я купила вот такое еще увлажняющее молочко. Но мы его не будем с тобой сегодня тестировать, потому что у нас уже есть тон на лице. Но оно в целом не какое-то, просто типа серия базы под тон. Не, как видишь, оно уже закрыто. Но я думаю, его как-нибудь протестирую, когда смою макияж. Две подводки я покупала, черную и белую, поэтому тут, скорее всего, у тебя реально... А нет? Вообще выглядит как у NYX упаковка. Достану черную, точно такую же. И да, кстати, ты правильно сказала про NYX. Кисть тоже очень похожа на него, не только упаковка, но и сама вот эта вот штука. Это у нас туши. У нас их две, они одинаковые. Одну тебе, одну мне. Да. Тушь очень необычная, и отзывы у нее тоже неоднозначные, потому что кто-то говорит, там прям класс, а кто-то говорит, что фу. Тушь для малышей. Детская тушь, как тот самый набор за 8 тысяч. Они одинаковые, да? Да. Ну, тушь странная. А что здесь у меня с кистью? У меня тоже вся кисть вот в этой вот фигне, смотрите, видите? Она вся какая-то никакая. Очень странная кисть. Лиса, если мне понравится тушь, я у тебя заберу. Так я тебе ее отдам. Правда? Конечно. Ой. А что по оттенку? Вообще, я не брала такой оттенок. Я должна была брать какой-то красный, потому что вообще не мой цвет. Я не знаю, почему именно она. Вообще... Это как тинт, это даже не помада. Это как из коллекции Барби вот нашей. Фу, да, это реально как из детской косметики. Пока достану самую главную ценность. Все-таки эти кисти вызывают у меня, ну, очень много вопросов. В руке они держатся очень приятно. Напоминают мне их предмет, не помню, какой конкретно, но такие интересные. Это кошмар какой-то. Woman, let me be a woman. Woman, woman, woman. Я выбрала сделать вот такой вот макияж, золотисто-коричневый. А я буду повторять ее розовый макияж. К сожалению, у меня нет более удачного скриншота, но он, короче, выглядит вот как-то так. Вот. Там есть вообще приписка, для чего это используют? А то вдруг кто-то поймет не так и что-то вот. Вот это я не поняла, для чего используют. Она слишком широкая и какая-то толстая. Она странная. Ну, наверное, ей только если румянки не делают, вот как у тебя, знаешь, вот здесь вот. Это же прям под форму тебе. Лиса! Я возьму в качестве базы, I guess, вот этот вот оттенок. И нанесу на все мои века. Я возьму вот этот коричневый. Ты бы хотела попасть на концерт Doja Cat? Да, Лиса, ты меня отвезешь? Ну как я тебя оставлю без такого концерта? 10. Ставлю максимально тоже 10 моему оттеночку. Честно, думала, что будет хуже, но типа и серии. Не знаю, почему так думала. Нет, наносится вообще классно, мне нравится. Я довольна. 10. Слушай, реально нравятся эти кисти, их как будто супер удобно держать. Ой. Чуть-чуть темновато вышло. Ну ладно.
Дальше мы начали просто краситься. Если честно, в этом не было ничего интересного, потому что косметика оказалась, ну, просто, знаете, хорошей-нормальной. Я не знаю, что сказать про хорошую-нормальную косметику в течение долгого времени, поэтому просто отмечу, что все тени были отличные. Пара цветов нам не очень сильно понравилась, но это буквально из серии «Вкусовщина», и я не могу сказать, что они плохие, они нам просто лично самим не понравились. Поэтому давайте переступим этот момент и пойдем дальше. Сейчас интересный момент, а что если бахнет вообще вот этот нейл, она слишком серый. И все равно намазала. Хочу протестировать еще белую подводку. Не знаю, что мне из этого выйдет, пока Даша там пытается делать. Я ее прямо вот сюда вот нанесу, потому что Доджи так любит делать. Но бы у меня получится. Подводка абсолютно райская. Это... Надеюсь, тебе зайдет. Мне прям очень понравилось. Да. А, я рада, что я чему-то радуюсь. Сейчас сделаем в уголочек хайлайтер немножечко. Прям возьму сразу вот отсюда хайлайтер. Он хотя бы более-менее проверенный. Немножко сюда. Будем делать стрелку. Надеюсь, стрелка тоже норм нарисуется. Так, а я буду носить теперь блестяшки. Возьму из этой палетки. Золотистой. Возьму самый золотой цвет. Вот этот. И нанесу его пальцем. Хороший? Я прям Клеопатра. На-на-на-на-на, молочный шоколад. Ну, у Доджи тут в целом обычная классическая стрелка, типа, как я делаю, поэтому думаю, быстро. Ну да, кстати, она довольно широкие рисует. Мы одобряем. У меня получились вот такие вот тени. Все пальцы в тенях. Это как золотой дождь. Если вы поняли, о чем я. Ты вот это искала? Нет. Если ты поняла, о чем я. Подводка, если что, не сразу схватывается, поэтому когда будешь рисовать, будешь делать какие-то элементы, имей это в виду. А то вот я моргнула, и все вот потекло. Вообще, мне очень понравилась подводка, это прям очень хорошая, она прям 10. Но она прям как у Никс, мне кажется, они оттуда и брали. Мне она показалась более жидкой. Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Накрасила, значит, тебе такие рабочие губы. Профессиональная стала. Насмотрелась на Дашу. Решила, что мне не хватает профессионализма. Даша мне еще такой инсайт интересно рассказала, но вам не могу рассказать, потому что там прям секретная информация. Тинт внутрь. Блин, посмотри, как тинт выглядит на губах. Она была этой Глашей. Нанесем, короче, хайлайтер, ребята. Но это слишком профессиональный хайлайтер будет, не подходит. Вот этим нанесем хайлайтер. Блин, я возьму золотой. Нет, я возьму откуда-то отсюда. Ну, давайте пусть будет вот этот тиночек блоссом. И нанесем его сюда. И вот сюда. И сюда. А теперь нарисую веснушки, потому что у Доджи тоже есть веснушки. Даша какая-то маленькая кисть, надеюсь, мы можем ее использовать. Нет, нельзя! Даша, не ори на меня! Почему ты орешь на меня? Не ори на меня! Извини, Лиз. Лиз, не плачь. Даша, я тебе калач. Что? Я тебе калач куплю. Ладно. Надо на шпагинка тоже так подкупить. Блин, ну ты не додумалась, Даша, непрофессионально поступила. А я тем временем возьму тушь. Не знаю, что мне получится с этой тушью. Выглядит она больно странно. Даша думает, что она норм. Нихуя! Это чё? Я по ней сразу вижу, что она не просто так. Блин, она делает какой-то такой прикольный кукольный эффект. Нравится, короче, тушь мне эта. Хорошая. А еще, Даш, очень важный момент. Вот, это не просто ребристая часть. Это тоже тушь. Вот так ты прикладываешь. Хайпов. Ну, ей можно такие паучьи глазки делать. Что круто. Я такое уважаю. Я, значит, намазала губы, а Даша сказала, а я вот пойду своим бальзамчиком губы намажу, не хочу это использовать. Даш, как ты могла? Вообще просто бесстыдница. Ну что, мы сделали макияж, как он Доджи Кэт. Давай споем песню Доджи Кэт и поставим ее на фон. Вуман. Вуман, вуман, вуман. Вуман, вуман, вуман. Let me be a woman. Полную версию этой потрясающей песни ищите в моем телеграм-канале Слив Алиса, вы не без автотюна. Какой кошмар. Значит, мы решили сделать перформанс и спеть песню Doja Cat, которая называется Woman. Давай. Специально для вас. Hey, woman. Hey, woman. Hey, woman. Hey, woman.